«Крепка семья, крепка держава», гласит народная мудрость. Уже несколько лет наша телекомпания совместно с Ростовским региональным отделением Российского детского фонда реализует социальный проект по поддержке многодетных семей. 24 августа региональное отделение детского фонда провело благотворительную акцию «Поможем ребенку собраться в школу». На сборах побывала наша съемочная группа. А это вы откуда? Чалтай приехал, да? Вон это одна семья и вторая семья. Ой, какие вы молодцы. Кто из вас идет в школу? Поднимите руку. Я. Нет. О, молодцы. Да, вот они идут в первый класс. Так, а ты в какой класс идешь? Третий. Ой, молодец. А ты еще не в третий. Во второй. А старший? Шестой. Семья Епихиных, шестеро жизнерадостных ребятишек с оптимистами, мамой и папой. Папа на работе, а с мамой Наташей говорим. Что вот такие подарки сыпятся все-таки под праздник иногда, да? Ну, конечно. Только тут, наверное, осталось, в принципе. Ходишь, а добиваться когда, никогда добьешься, а так, в принципе. Банк ОТП. Очень как раз они нам это помогли. Вот это все, что здесь, да, вот они сегодня нам представили. К сожалению, очень много и справедливо можно сетовать сегодня по поводу цен, других сложностей, адресовать государству, депутатам упреки в недостаточном внимании к проблемам многодетных семей, которые ведь исправляют сложную демографическую ситуацию, вводят в этот мир по трое и больше граждан России. И при выборе депутатского корпуса задуматься о нравственной позиции своего избранника должен каждый из нас. Должны, можем, рассуждаем. А на сегодня сотням таких семей конкретные результаты. Результативно помогает по разным поводам, и вот этому конкретному собраться в школу Ростовский детский фонд. Привлекает к проблемам многодетных чиновников, депутатов, предприятия, учреждения и другие общественные организации. Я многому учусь у Людмилы Николаевны, я очень ей благодарен за то, что она нас привлекает к этой работе. Вот, и на сегодня была такая замечательная акция. Вот, я посмотрел, как это делается, я думаю, что мы будем использовать это в своей работе. Посмотрите, какие красивые карандаши, какие красивые фломастеры, какие тетрадки красивые. Мы стараемся детям создать это праздник. Все это ребята получат, вот такие красивые подарки. Дорогие родители и ребята, детский фонд поздравляет всех вас с наступающим новым учебным годом. Раздача подарков не окончена. Подходят дети, родители. Предсентябрьский марафон помощи детского фонда многодетным семьям продолжается.